Защита диплома на английском языке. Студенты МКТУ специальностей программирования в компьютерных системах и компьютерной сети защищались перед международной комиссией. Помимо преподавателей МКТУ, в президиуме были педагоги из Финского колледжа АМИСТА и потенциальные работодатели. Это настоящий экзамен для выпускников. Дипломный проект нужно не просто защитить, а защитить на английском языке со сложной профессиональной терминологией. Никите Спирину было чуть проще, чем всем остальным. В этом году он стал одним из четверых, кто прошел практику в колледже АМИСТА в финском городе Порво. Так, мы приходили в колледж, туда нам давали определенные задания. Например, первый раз, когда мы туда пришли, нам дали задание разобрать компьютер, то есть системный блок. Ну вот, на это нам уделялся целый день. Но мы это выполнили задание буквально за полтора, за два часа, так что финны были удивлены. Ну, если сравнить нашу материальную базу, как они там обучаются, и нашу, то они были очень удивлены, как мы умеем работать. Сотрудничество у МКТУ и АМИСТА началось 4 года назад, когда студенты впервые побывали на практике в финском колледже. Теперь каждый год преподаватели из Финляндии принимают дипломные проекты у тех, кто проходил у них практику. Теоретическая подготовка российских студентов была на высоком уровне, по сравнению даже с финскими. Практические задания выполнялись хорошо. Главное было желание научиться. Те работы, которые мы уже видели, можно отметить, что они были высокого качества, и самое приятное, что местные предприятия были заинтересованы. То есть их разработки можно применить на предприятиях. Так Павел Иньков свой дипломный проект апробировал в одной из сети спортивных магазинов города Орехово-Зуево. Несмотря на то, что Павел получает специальность техника, он разработал настоящий бизнес-план. В нашей сети магазин будет построен таким образом, что в одной части будет оптово-розничный магазин, а в другой части будет отделение интернет-магазина. Интересно также тем, что в конкретно моем дипломном проекте есть система слежения за машинами, так называемый ГЛОНАСС. Данная сеть позволит нам организовывать связь между всеми членами персонала, то есть водителями в рейсе, интернет-магазином, кредитными специалистами и кассирами. В общем, а также благодаря системе ГЛОНАСС сильно повысит безопасность и уменьшит затраты на бензин, так как можно будет построить более правильный маршрут. На защите дипломных проектов присутствовали потенциальные работодатели, профессиональные инженеры, работающие на ведущих предприятиях района. На них студенты также произвели положительное впечатление. Вполне готовы выпускаться. Работа их достаточно актуальна. Организации у нас открываются, вот, как крупные такие, как вот, собственно, Литинский завод, так и мелкие. В любом случае есть компьютерная техника, ее нужно объединить в сеть. Вот, тут уже нет других вариантов, век такой. В целом защиту дипломных проектов признали успешной. Ребята справились со всеми вопросами как на русском, так и на английском языках.